Всем путешественникам большой привет, также предпринимателям, которые желают путешествовать на борту современных круизных лайнеров, радовать свою семью отдыхом великолепным, познание, так скажем, мира в самых комфортных условиях. Это можно делать, естественно, на борту круизных лайнеров от 12 до 20 этажей, которые уже есть, существует их более 200. Мне этот круизный отдых очень нравится, рекомендую вам. Есть желание, могу поделиться с вами опытом. Меня зовут Владислав Скалибов, частный предприниматель, инвестор и путешественник. Сейчас вот в гостях у партнеров в городе Одесса. Так что есть желание, выходи на голосовой формат общения, и мы с тобой обсудим и разберем все вопросы. На лайнере очень интересно. Там нет времени, чтобы кто-то скучал. А выбор широчайший. Более 5000 дат и отправлений на 1,5 года вперед. Выбираю у себя в кабинете, регистрация без затрат. Дальше начинаешь накапливать по $100 каждый месяц со своей Visa, MasterCard, плати в своей национальной валюте. Все официально и легально. Президентом является американец Майкл Хатчсон, известный бизнес-тренер. И мы вам предоставим всю необходимую информацию. Вот так вот работает сайт. Он... кликаешь, вот здесь выбор языка, и у тебя высыпает около 15 языков на сегодняшний день. Русский, украинский, английский, испанский, итальянский. На корейском есть. Все работает, функционирует. Отзывов уже тысячи, десятки тысяч. И ты присоединяйся к нам. Welcome! Ну что, и покажу свои контакты, и потом познакомлю с нашими бизнес-партнерами и друзьями. Я как раз сейчас видны контакты, добавляю Viber, Telegram или звони плюс 38-099-01-03-820, Владислав Скалибов, также в Facebook и Instagram. И у тебя будет отдых, где все включено, 7-8 дней, 14, а может ты хочешь с Европы в Бразилию, пожалуйста, около 15-19 дней, или в Америку, как оформить визу и другие вопросы. Как перелет подобрать, самое выгодное и интересное. Все это у нас в чатах. До скорых встреч. Пока. Спасибо большое. Да, дело в том, что я думаю.